Название мероприятия «Стихи, рожденные войной» говорит само за себя. Его посвятили 73-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В этот вечер вспоминали произведения о войне и писателей, творчество которых было очень популярно в те страшные годы. Десногорские поэты Елена Караваева, Елена Дождь и другие прочитали свои стихи о патриотизме. Рожденные войной, бойцы, солдаты, они бросали смертный бой с творцом комбатом. Сражались на передовой великой битвы, крича за Родину, душой творя молитвы. От пули падали в бою, в огне сгорали, но музу светлую свою, как стяг, вздымали. А в передышку от свинца в землянке тесной лечили раны и сердца душевной песней. Дух бойцов в военные годы поддерживали и поднимали песни. Барды и вокалисты из коллектива «Ренессанс», а также ансамбль «Сударушки» исполнили наиболее известные, которые на слуху у каждого по сей день. Какой страшной была та война, напомнили кадры документальной хроники. Цель нашего мероприятия – это не попрать нашу память, сказать спасибо живым и вспомнить о павших. Если мы будем помнить тех, кто завоевал нам свободу ценой своей жизни, у нас будет история. А если мы когда-нибудь это забудем, история наша закончится. Мероприятие получилось теплым и душевным. Принять в нем участие для десногорских поэтов – это дань памяти тем, кто завоевал для нас кровью и потом великую победу. Память о прошлом, она дает человеку знать, кто он, что он в этой жизни делает, какие у него цели, задачи. Кого он любит, кого он помнит, для кого он живет. Благодаря поэтам-фронтовикам, которые рассказали и передали в своих произведениях все тяготы страшных дней войны, история будет жить и будет передаваться из поколения в поколение еще много лет.